В одном вопросе депутаты сегодня были единогласны. Парламент утвердил нового уполномоченного по правам человека. Им стал Андрей Шулбаев. Ранее он работал заместителем министра социальной защиты населения Хакасии. Кандидата выдвинула группа депутатов разных политических взглядов. Претендентов на пост уполномоченного было довольно много – 10 человек. Но Верховный Совет отдал предпочтение именно Андрею Шулбаеву. Его кандидатуру одобрил аппарат уполномоченного по правам человека России Татьяны Москальковой. И сегодня новый омбудсмен Хакасии принес присягу. С этого момента он вступил в должность. Безусловно, для начала проанализируем то, что есть, и по аппарату, по функционалу. Посмотрим, какие коммуникации, каналы налажены и с федеральными структурами, с региональной властью, с населением. Сейчас можно сказать, что каналы коммуникации, допустим, сайты, социальные сети, мессенджеры, они вот как-то совершенно не присутствуют на правовом поле.